Голодание Эдуарда. Вот некоторые люди думают, что голодание это весьма просто. Решил голодать и пошел голод. Там вошел, и ты можешь сразу проголодать столько, сколько физиологически возможно. 40 суток, чуть больше, чуть меньше. На самом деле практика показывает совершенно обратное. Голод – это такая вещь, на которую необходимо настроиться. И вот как раз здесь в последних наших днях Эдуард настраивается на голодание. Вот он решил поголодать. То есть человек должен действительно подготовить себя морально на голод. Это очень важно понимать. После того, как человек подготовил себя морально на голод, важно следующее понимать, сколько у него еще сил, в каком состоянии организм. Это не значит, что человек подготовил, вошел в голод и так опять 40 суток только раз и сделал. Нет, здесь очень важно, насколько в организме много шлаков, как их правильно выводить, какая вообще обстановка вокруг этого человека, комфортно, некомфортно, как бы сказать, позволяют ему голодать, не позволяют ему голодать. Это тоже очень важно, если близкие поддерживают, то тогда как-то голод идет, а если близкие против всего этого. То есть очень много факторов, и особенно влияет это запас жизненных сил, резерв, который позволяет тебе продлять все это делать. Ну, естественно, настрой, наличие паразитов и так далее, и так далее. То есть, какая борьба предстоит на голоде внутри организма человека. В зависимости от этого и будет продолжительность голодания. Плюс, конечно, во время голодания происходят различные сдвиги, которые в настройке органов, систем, выведению различных, будем говорить, паразитов и так далее, так далее. Все это требует времени. И вот как это было у Эдуарда. Дело в том, почему еще решено было провести голодание. Это потому, что мы вот всеми этими подручными средствами противопаразитарными исчерпались. Что они могли, они в основном сделали. Конечно, они и дальше бы там работали, но хотелось большего такого прогресса. И что касается именно грибка стоп ног, то с этим там мы вот этим вот этапом справились. Но попутно во время нашего оздоровления-лечения обнаружились совершенно иные, более глубокие заболевания, хронически, на которые обычно человек первоначально не обращает внимания, а это именно вот этот белый язык, это говорит о том, что молочница, отгнили гланды, это говорит о том, что вот уже там, как бы сказать, вот эта вот болезнь вошла глубоко внутрь, и тем более появились тяжи, которые уже указывали, что, допустим, от гланд идет туда, где-то в район пупка тяжи, от ног тяжи, шли там коленом, а дальше там не ощущались. То есть весь организм пророс вот этой вот грибницей. И мы сделали первый этап, мы избавились только от грибка стоп. И то, что обнаружилось далее, вот хотелось бы и это вывернуть из организма. И вот для этого то и было предпринято голодание. Итак, Эдуард настроился, и это правильно, надо настраиваться, то есть человек надумал голодать, значит, в течение, допустим, недельки он так мысленно себя настраивает, убеждает в полезности голода, подготавливает себя морально, и потом входит. Итак, продолжаем дальше. Задает мне вопросы. Первое, как чистить ротовую полость во время сухого голодания? Второе, имеется 1,5 литра дегтярной воды, можно ее как-то применять, что скажете? Например, выпить сегодня на ночь, завтра и утро насухо войти. Или же ничего не выдумывать, не пьем, не кушаем, пока все. Так, утро, язык и стул. Язык белый. В стуле нету вот признака желчи. Печень не работает, язык. Я ему говорю, это уже у нас 5 июля, не надо насухо. Поголодайте обычно, суток 7 и поболее, если получится. На сухом голоде 2-3 дня не запустят те механизмы, которые должны осуществить переход с питания на голод. Вы от жажды сдадитесь быстрее и ничего толкового за 3-6 дней сухого голода не произойдет. Это еще надо выдержать 6 дней сухого голода. А дегтярную воду выпейте в первые 3 дня голода. Он говорит, хорошо. Значит, 5
июля. Сон. Сон первый. Я в квартире делаю ремонт сантехники в ванной и туалете. Я с кем-то лица помощника не вижу. Чиню унитаз, устанавливаю новый сливной шланг, который не крепится. Пришлось повозиться, прежде чем разобраться, как он прикручивается и крепится. Разобрался с резьбой, прикрутил. Все вроде работает нормально, но сам унитаз висит в воздухе, болтается, отсутствует нижняя часть. Приходится поддерживать его руками. В это время приходит сантехник в спецовке, в грязных резиновых сапогах. Он заходит в ванную комнату для починки там сантехники, крана. И становится в ванну с водой прямо в грязных сапогах. Я ему говорю: ты вообще соображаешь, что делаешь? В грязных сапогах залез в ванну с водой, а потом будешь ходить в них по квартире. Представляешь, что будет? Все будет в грязи. В общем, расстроился, рассердился. Сантехник стоит, плечами пожимает. Следующий сон. В этой же квартире, вроде новоселье, народу гостей много, не протолкнуться. Знакомые и незнакомые. Вскоре я всех гостей провожаю. Желаю всем всего хорошего и крепкого здоровья. А одной своей знакомой С в прихожей уже в дверях говорю: будь здорова, пока, здоровенькие булы. Все ушли. Настроение хорошее, конец. Сон 2. Взял банку с дегтярной водой, решил слить грязный верхний слой или измерить объем. Не понял, что я хотел сделать. В результате слил на землю, как оказалось, много. Задумался, запереживал. Хватит ли мне остатка воды на 3 дня? Конец. 5 июля продолжается все, что он делает. Тула нет. Общее состояние организма удовлетворительное. Выпил 1,5-2 литра воды за день. Горло ведет себя спокойно. Но покраснение справа ощущаю. Язык в 9 часов. Язык в 22:30. Стопы ног в 9 часов. И стопы ног в 22 часа. Так выглядит нормальненько все. Я ему говорю: если вы не голодаете, то магнесульфат, это будет хорошо. Если кушаете каши с маслом, овощи тушеные. И он начал голодать. Доброго здоровья, второй день голодания. В 17 часов было 2 суток, пошли 3. Значит, полоскал горло марганцовкой. Далее дегтярная вода, слегка горячая, полоскание урины, солевые ванночки для стоп плюс деготь. Мазал пупок дегтем. Общее состояние удовлетворительно. Упадок сил вялый, размеренный. Голова не болит. Зубы чищу соды плюс 4 капли перекись водорода на соду. Горло и язык без изменений. Гнойник слева, покраснение справа. Небо в гное, но уже меньше. Язык с налетом. В течение дня пью воду. Ломит спину. Полоскание марганцовкой. Сделал клизму. Вышла муть с комками кала, черная и светлая слизь. Нитями, лохмотьями, медузами. А одна сплошная слизь. В конце самом вышел сгусток слизи прозрачного цвета с желтоватым оттенком. После клизмы самочувствие и настроение резко улучшилось. Повысилась и увеличилась энергия. Пошли солевые ванночки для стоп, деготь на пупок, вибрационный ряд. Спрашивают, можно ли продолжать делать солевые ванночки для стоп и смазывать их дегтем и пупок. Можно ли полоскать горло марганцовкой и уриной. Так, показывает язык, это за 6. Стул после клизмы, вот она пошла, черная желчь. То есть началось очищение от, это мазутообразная, жижа выходит. Это как раз старая желчь, которую выбрасывает печень, печеночка. Чего только не выйдет. Это ужас. Вот такая вот, вот этот вот мазут. С разного рода патологии. Это уже следствие. Брезгливым не смотреть. Это за 6 мы смотрим. Стопы ног. Я ему ответил: все, что делаете, на голоде можно. Вчерашний сон. Кстати, сон вот тот, когда много всяких. Это говорит о том, что вот столько было разного рода эмоциональных прикреплений, которые отошли. Вот, как бы сказать, на этой вечеринке и было показано, что там было в сознании, на тонком уровне.
Обычно сны про квартиру и починку от недвижимости связаны. Они связываются с организмом и его состоянием. Вот так чинят организм в целом или отдельные его органы. Вот во время сна это интересно так, конечно, происходит, показывается. А то, что вот это вот была куча людей, это как раз говорит о том, что вот эти вот все прихлебатели эмоциональные, которые вас доили, они отошли, и вот вам было показано, сколько энергии вы отдавали разного рода, как знакомым, так и незнакомым людям. Далее идет язык. Седьмого там все мы смотрим. Вот начали выходить какие-то опять бяки-каки. Седьмого это видео. Что тут у нас? Видео. Глянем. Вот тут разную ерунду. Слизистое образование. То же самое, наверное. Что я говорю Эдуарду? Вот это существенный прогресс. Выдержать бы вам голод 2 недельки, а там видно будет. На 4-5 сутках уже голод не мучит. И если все делать правильно, то идет нормально. А там, значит, все видно будет. Опять-таки видео. Видео о том, что. Что выходит? Да, вот такая вот какая-то медузообразная слизь идет. Похожая на водоросли. И я вот пишу, вот таких водорослей должны выйти огромное количество. Стопы ног 8 часов. Стопы ног, это левая, в 23 часа. Я ему говорю, вот представьте, вся печень и кишечник этой слизью проросли. Потому и стула нормального нету. С ногами лучше. Эдуард пишет. Теперь-то я уже все понял. А считал себя вроде здоровым человеком. Я ему говорю, да вот такая тина будет валить ежедневно. Если клизмы будут уриновые, а тем более изупаренные, повалит все дружно. И говорю, что в большинстве случаев вот такие вот в кавычках здоровые люди. Эдуард отвечает, я теперь на людей по-другому стал смотреть. И вижу, что здоровых то и нет почти. А сколько моих знакомых и близких с грибком на ногах. Ужас! Я тут показал своему знакомому фото с ногами, разорванными грибком. Он был в шоке. У него как раз грибок на ногах. Вижу, что он крепко задумался. 8 июля 2020 года. Доброго здоровья. Это я пишу Эдуарду. А я убеждаю, что в зачет оздоровления идут самостоятельные усилия. Сколько мы ни пытались повлиять на грибницу керосином и прочим, она не реагировала. А вот когда предприняли самостоятельные, осознанные волевые усилия, показавшие, кто в теле квартире хозяин, дело быстро сдвинулось в нужном направлении. То есть иногда мы пытаемся, вернее, не иногда мы пытаемся, а у нас получается такое, что мы болезнь рассматриваем, ну, как что-то такое простое, борьба там, допустим, с каким-то там грибком, с какими-то микробами, с какими-то там паразитами, которые сами по себе такие, знаете, глупые, неразумные, и их легко и просто там протравить. Оказывается, за вот всем этим стоят более, это мое мнение, разумные силы, разумные болезнетворные силы, которые паразитируются на человеке. И вот их-то выгнать не так-то просто. Но они ничуть не дурнее, так сказать, человека, а в некоторых случаях и превосходят его. Поэтому вот к ним-то подобрать ключик. Болезнь любая имеет свою разумную природу и подсаживается, внедряется подготовленное для этого тело организм. Наше сознание для нее накрыло поляна. То есть человек своим образом жизни, своим мышлением, он так создает атмосферу вокруг себя, что это так или иначе привлекает сначала тонкоматериальных паразитов, которые уже тянут за собой вот эти вот все эти бактерии, грибки, вирусы и прочую заразу, и глисты в том числе. Значит, Эдуард мне пишет 8 июля. Полностью с вами согласен. Я единственное не учел, что оздоровлением надо заниматься в одиночестве. Вот о чем я говорю. Когда благоприятна атмосфера в семье, там, ну, вот человек создал. Возможно, все пошло бы по другому сценарию, сделал бы 4-ю чистку печени. Но это уже все в сослагательном наклонении. А
этом надо обязательно предупреждать пионеров выздоровления. А может быть, со мной так и должно быть. И именно к голоданию все дело шло. Такой вопрос. В любом деле мы ж не знаем, насколько поражен организм. В некоторых случаях пытаемся отделаться малой кровью. Ага, противопаразитарку применили, и все нормально. И вроде бы человек здоровый побежал. Вот. А в других случаях, более запущенных, надо действительно разобраться, с чего началось, как продолжается, почему подселилось и как это вывести, что надо предпринять, какие усилия, дабы показать действительно, что ты в теле хозяин. И тут пионеров выздоровления важно вот это вот подчеркнуть, что окружение, которым вы начинаете заниматься самооздоровлением, а тем более избавляться от какой-то сложной болезни, тяжелой болезни, оно требует, чтобы вас поддерживали близкие. И если этого нету, как правило, близкие, да, спихнуть тебя в больницу, пускай там лечат, ну и все, и пошло, поехало. А там уж полечат по-своему. От восьмого, от Эдуарда. Бывает темная твоя сторона, негативные эмоции так захлестывают. Вот она, вот эта темная твоя сторона. Вот как раз именно человек, занявшись оздоровлением, самооздоровлением, а это и должно быть, если человек нажил какую-то там болячку, то он и должен разобраться с ней, почему она к нему пристала, на какие эмоции, на какие мысли она села, что ее подпитывает именно вот на уровне информационно-энергетическом. Это, как правило, наше мышление. Далее уже идут эмоции, настроение и мировоззрение в целом. Вот только разобравшись с этим и изменив, мы подрубаем сразу напрочь корни тонким этим составляющим болезнетворным. И тогда начинается процесс, уже далее идет отмирание. Но уже в основном справляюсь с ними, понимаю, что это противоестественно. Раньше не понимал, с дочерью отношения наладились. Видите, должны быть наладиться внутри семьи, произойти какая-то работа, чтобы вас понимали. Внутрисемейный климат, внутри, так сказать, коллективный климат. Либо же вы уходите от всего этого, и чтобы вам никто не мешал. Но для этого надо созреть, подготовить, так сказать, почву. Ну вот как раз у Эдуарда этот процесс идет. Далее Эдуард пишет. В голове крутится мысль, здоровье дается только с кровью и потом через боль с приложением воли человека. Ну вот так он понимает. Я лично сейчас вот выражаюсь так, здоровье дается от правильного понимания мироустройства, то есть от правильного понимания этого мира, как в нем устроено и как в нем надо действовать, как в нем надо взаимодействовать вместе с ним, чтобы ты не стал каким кормежкой для каких-то сначала тонких сущностей, а потом уже и материальных паразитов. Я пишу восьмого. Да, вот так получается. Понимать самого себя и потом и других. Жизнь очень интересное явление. Я пишу. Доброго здоровья. Нет, нет и нет. Все идет через осознанное понимание. Нужно наблюдать, думать, сопоставлять. И на основании выводов действовать. Разумность – ключ к успеху во всем. А не то, что у нас там вот потом, кровью, через боль. Нет, все можно сделать и без пота, и крови, и без боли. Если сначала поработать головой. Потому что когда голова не работает, у нас тогда и получается, что мы тут трудимся до пота, натираем себе мозоли кровавые и так далее, и так далее. А потом приходит понимание, что можно было сделать по-другому. Эдуард пишет «Спасибо». 8 июля, 4-й день голодания. Что пишет Эдуард? 17 часов пошли, 5-е сутки уже. Просыпался, 1:50. Тянуло пальцы, стоп, руки, все тело. Небольшой тянущий дискомфорт, фантом. 8 часов, самочувствие хорошее. Голова ясная, в теле небольшая слабость. 8:15 клизма с уриной. 250 мл зубы с содой. 8:30 горло пополоскал марганцовкой. Значит, стул был 8:40. Вышла вся урина
с мелкими фрагментами слизи, в кишках бурление. 8,55, значит, дегтярная вода, 100 грамм, последняя он принял. То есть на голоде уже ничего не надо принимать, но раз что-то осталось, можно допить. 11,10, полоскание горла марганцовкой. 11,30, второй выброс светло-желтой мути с лохмотьями и нитями слизи, кишки бурлят, спину ломит меньше. Кстати, на голоде вот как раз там идут разного рода процессы. И вот это выражается в ломлении спины, крестца, поясницы. Далее, правильно он сделал, с 12.30 до 14.30 пешая прогулка, полоскание далее рот марганцовкой. В 16.45 клизма 2 литра воды, 2 столовые ложки соли. Что вышло? Первая часть коричневая муть, слизь. Вторая часть черная муть, черные водоросли 20-30 сантиметров. Потом пошла прозрачная слизь с желтым оттенком. Третья часть густок слизи светло-коричневого цвета с желтоватым оттенком, плюс слизь беловатого цвета. Перед выбросом боль в животе. Это все повторяется третий день подряд. Думаю, в конце, возможно, выходит молочная матка. Вес после клизмы 69 кг 200 граммов. Ванночка для стоп, плюс деготь на пупок, горло уриное, вибрационный ряд. Он спрашивает, можно ли завтра и в дальнейшем во время голодания применять чистить зубы соды. Солевая ванночка для стоп, плюс деготь на стопы и пупок, полоскать горло марганцовкой. И присылает вот как раз язык. Язык веса обложен, это в 8 часов, 8 часов и потом язык в 23 часа. Утром, конечно, он весь обложен. Вечером немножечко лучше, но все равно не то. Так, а вот теперь смотрим, что после клизмы с уриной вышло. Вот это вот муть как раз выходит. Это хорошо идет, вот очищение печени. А вот это видео он прислал. Это как раз выходит, вот она, видите, вот эта слизь. Вот она слизь, которая, как бы сказать, заполонила. Или проросла практически во всей там брюшине и не дает нормально работать. Это опять-таки после клизмы с соленой водой. Но все это надо выделять, выводить. И особенно вот что у нас вышло, где наиболее сильный этот выброс. Посмотрим, что-то такое. Вот он какой. Видите, все это застарелое. То есть вот то, что коричневое, тем более черное, это говорит о том, что оно не выходит из организма, окисляется и превращается в вот такую вот черную водорослеобразную субстанцию, которая вот там вот стоит, пронизывает. Это идеальное место для того, чтобы, тем более она скреплена слизью. Идеальное место, в котором живут и процветают разного рода паразиты. Все это, как бы сказать, цементировано, пронизано вот этой вот слизью. А слизь — это не что иное, как живое образование. И не просто живое образование, это медуза. А эта медуза норовит и использует наш организм в качестве пищи. То есть вот такой вот слизистый паразит. Зрелище, конечно, неприятно, но если вы хотите избавиться от всего этого, в это дело надо вникать. А это у нас стопы утром. Стопы, видите, выглядят нормально. Стопы вечером 22:30. Стопы мы уже не берем. Мы уже работаем над тем, чтобы вот избавиться от молочницы, от вот этих тяжей, от наников в гландах. 8 июля Эдуард пишет, забыл написать, был сон. Режу ножом большой кусок мяса поперек, а затем вдоль на маленькие кусочки. Вот как только начинается голодание, как правило, человек подключается вот к тонким пластам пространства, и его начинают вести, ему начинают помогать, ему начинают показывать. Голод начал создавать условия для того, чтобы вот этот вот кусок мяса, вот это вот болезнетворное медузообразное образование, которое мы вот думаем, что это молочница, начало отходить. И вот создаются условия, и ему показывают, что вот оно как кусок мяса. Каждый день начинает его потихонечку выводить, отрезать. И что мы видим во время клизмения? А тут клизмение необходимо на голоде делает вот раза два, то три в течение дня. Вот это все начинает выходить маленькими кусками. Насчет того, что соду применять, марганцовку применять,
умирать на голоде. Я ему пишу, соду нет, марганцовку нет. То есть, когда вы начинаете голодать, все, вы стараетесь применять только естественно, только то, чтобы, говорит, вот выходит с вашего организма, ну, допустим, урину. Голод сам создает условия, он сам работает, и когда вот что-то мы используем типа соды марганцовки, это может накладываться и непонятно, как действовать. Я ему пишу, сон идет, работа родимая. Это хорошо. 9 июля он тут в 9:30 показывает стопы ног. Ну, стопы ног что? Они уже все нормально. Нас интересует не только стопы ног, а нас интересует молочница и вот эти вот тяжи, которые идут от гланд. В 22:00. Стопы отличные, новенькие, беленькие, без всяких яких. Так, в 9 июля это у нас 9:30, язык обложен, обложен. Здорово, причем обложен. Ну, это естественно. И вот в 22:30, 9 июля, также обложен. Ну, вот, вроде поменьше, но есть. И, наконец-таки, пошла после клизмы. Что у нас выходит? Выходит. Муть выходит. Вот это вот, вот она выходит, как раз, если ее лучше рассматривать. Выходит вот эта водорослеобразная слизь. То есть, это вот как раз, лично я считаю, грибковым телом. Может, у кого-то другое мнение будет, но у меня вот такое. Так, смотрим видео. Опять-таки, видите, вот тут хорошо видно. Вот какие-то, как бы сказать, не прожилки, вот эти черные составляющие. И слизь. Показано. Вот вообще правильно. Вы голодаете, делаете снимки, снимаете даже видео. Это не для того, чтобы все было документально подтверждено, а просто, чтобы вы сами понимали, что с вас выходит. Видите, какая ерунда вот эта вот слизистая. Плюс что-то такое разрушается более плотное, как какая-то накипь. Что я ему пишу 9 июля? По порядку. Жирная, трудно осмывающая слизь. Это черная, старая желчь. Вот такая она. Вот как только что мы видели. Печень стала от нее избавляться. Это очень хорошо. Кормят фруктами. Это на тонком уровне началась поддержка. Ее надо оправдать. Вам помогает. Это надо ценить. Скоро вывалится лужа черной желчи. Хорошо пить утреннюю урину. Остальное не надо. Очищение пойдет лучше. 5-й день голодания. Что он пишет? Что в 1:30, это ночью, большие пальцы обеих стоп выдают боль. С некоторым жжением. Продолжалось около 15 минут. 9:30. Подъем. Самочувствие хорошее. Голова ясная. В теле слабость. Так, горло, урина. Выброс урина с мелкими фрагментами слизи. Бурления в кишках нет. Какое было вчера. Да, вот она подействовала. И потом все это дело заканчивается. Значит, полощет горло уриной. 17:15. Клизма. 2 литра воды. Плюс 2 столовые ложки соли. Вышла одна слизь. Но сегодня вышло больше черной слизи водорослями. 20-30 сантиметров. И сгустками. Слизь мазути очень жирно, тяжело смыть. А стала также выходить светлая слизь желтым оттенком, медузами, нитями. Вес после клизмы 68-200. Итог. Одна слизь, самочувствие удовлетворительно, энергии убавилось, спину сильно ломит. Вот так идет перестройка. И, кстати, сон ему приснился. В квартире полумрак, без освещения, я жую фрукты. Думаю, только пожую и выплюну. Мне кушать нельзя, я голодаю. И не замечаю, как их проглатываю. Так повторяется несколько раз. В душе разочарование, что все голодание на смарку. Да, такое есть. Как я говорил, что когда кормят фруктами, то на тонком уровне начинается поддержка. Такое бывает. Кстати, у меня бывало. Это естественно. Далее у нас идет видео. Ну вот, как раз тут видео загрузилось. Что мы видим? Вот это вот черная желчь, прожилками, со всеми этими проростками, медузой. Так, 9 у нас все, июля идет плотная переписка. Я ему советую, слабость преодолевается контрастным душем, его можно
несколько раз принимать. А про голод можно у меня почитать. Важно, как вести себя на голоде, чтобы его более-менее нормально проходить успешно. То есть, какой настрой должен быть на голоде, это очень важно. Я сейчас вот как раз даю совет Эдуарду. Важно радоваться на голоде, видя выходящую муть. Это идет оздоровительный процесс. То есть, с каждой секундой голода в организме создаются условия по выбросу вот всей этой болезненности из вас. И поэтому действительно надо радоваться. Да, тяжело, да, сил мало, но вы же видите, что с вас выходит. То есть на голоде человек видит, как идет оздоровительный процесс, что из него выходит. В больнице, допустим, лечат человека там таблетками или еще чем-то. Как правило, он не видит, что там внутри, почему он болеет. А когда вот так вот вы действуете, то вы видите выходящее из вас болезнетворное начало и понимаете, что как же вы могли быть здоровыми, имея внутри себя вот эту вот черную, бурую жижу. И причем в таком количестве, какое она выходит. Трудно подумать, что человек с такими водорослями внутри себя будет чувствовать себя здоровым. Поэтому, избавляясь от всего этого, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь и благодарите Всевышнего, что вам помогает, что у вас еще имеются силы для того, чтобы избавиться от этого, что вам дали новый шанс. Шанс дали, его надо не упустить, а им воспользоваться, обрести здоровье и осознать, что то, что вы раньше делали, привело к тому, что у вас накопилась вот такая вот бяка-кака в организме, которая вас ест. Эдуард пишет: душ принимаю и обливание холодной водой очень заряжает и тонизирует. Ну, естественно. Книгу по голоду стал перечитывать несколько дней назад. Если бы вы знали, как я радуюсь и благодарю Всевышнего, когда она из меня выходит, ну, в смысле, слизь. Это очень правильно, очень правильно. То есть вот вам, мы сейчас разбираем как раз голодание, и вот разбирается, как вести себя на голоде, настрой, рекомендация по прохождению буквально-таки каждого дня голодания, каждого часа голодания, для того, чтобы это не было каким-то, знаете, вот обузой, вот я голодаю, вот мне тяжело, когда же это все кончится и так далее. Тут нужен совсем другой настрой. И, кстати, вот Эдуард пишет, на голоде начинается тонкая работа с вами, и вам через сны начинает кое-что там показывать, кое-чем там рассказывать. Важно, конечно, их понимать. Сны снятся яркие, часто. Работает на голоде тонкое тело хорошо. Так, сон от Эдуарда. Комната отдыха или кухня на работе. Освещение в комнате яркое, электрическое, за пределами комнаты полумрак. Я периодически захожу в комнату и кушаю из пакетика то ли сухофрукты, то ли финики или орешки. Так я не понял. Переживаний по поводу того, что кушаю, нет. Встретил в коридоре знакомую девушку, светлые волосы. Вышли на улицу поговорить, а с ней молодой человек. Они повернули направо, а я пошел налево. Подумал, что им мешать. В комнату отдыха пришла моя школьная одноклассница и легла на кровать. Я сел на стол. Хотел вступить с ней в половую связь, но так и не вступил. Что-то меня удерживало. Вот это уже вступление в половую связь и так далее, это уже полевые паразиты. Только у нас остается, знаете, какого-то вычурнутого, какого-то непонятного, какого-то тянущегося чуть ли не с детства ассоциаций, мысли и так далее, и так далее. И все это показывает не что иное, как высокоразвитую, как бы сказать, высокоразвитых паразитов, которые принимают те или иные обличия для того, чтобы через половую связь что сделать? Забрать у нас энергию. Что-то меня удерживало. Вот и правильно. Надо удержаться. Поднялся на кухню, бар, ресторан, чтобы заказать себе полноценный обед. Освещение на кухне слабо. Встретил знакомого бармена, поздоровались, и он тут же разбивает бокал с красным соком, возможно, клюквенный морс. Не расстроился, берет стопку больших и средних размеров тарелки, абсолютно белый фарфор, и подбрасывает их, ловит. Снова подбрасывает, они уже летят несколько в разные стороны, но он снова
их ловит, смеется, бросает эту стопку тарелок на пол и ловит ногой. Невероятно! Ни одной тарелочки не разбилось. И хохочущий побежал с этой стопкой тарелок, попутно разбрасывая вершки сухой зеленой травки длиной около 15 сантиметров с маленькими бутончиками по полу. Весь пол был просто усеян этой травой. Что это за трава, не понял. Травка лежала у него на самой верхней тарелке. Он тряс стопкой тарелок по сторонам, и она разлеталась. Администратор крикнул ему: «Ты что, с ума сошел?» На этом сон закончился. То есть то, что я мог вот явно прокомментировать, я прокомментировал. А вот то, что с тарелками, но дело в том, когда идет хохот, это все-таки говорит о том, что некие положительные действия происходят. Поэтому я ему ответил так: 10 июля движняк идет, отрабатываются какие-то связи. Рекомендую ему поработать над связями. Я пишу 10-го. Итак, показаны энергетические связи жгуты. И те, которые особенно привлекли ваше внимание, самые отнимающие энергию. Рвите, а прежде вспомните, чем они вас ранее привлекли. Потом можете мне сообщить. Эдуард пишет: пока вообще не понимаю, о чем речь. Во сне меня больше всего заинтересовал последний эпизод с тарелками. И очень интересно, что же это была за травка. Также заинтриговал меня вначале пакетик, из которого я что-то кушал. Не могу вспомнить. Каждый сон – это послание нам. И если мы его не понимаем, это все равно, что нераспечатанное письмо, которое нам пришло с каким-то сообщением. А мы, увы, не можем его прочитать. Значит, Эдуард спрашивает: рвать энергетические связи жгуты конкретно с теми лицами, которые видел во сне, не пойму. Я думаю, что надо как раз и рвать, раз показаны эти лица, по крайней мере, ничего тут такого нет, отработать эту связь, да и все. О том, как делать обрыв, я уже в ранних видео на эту тему говорил.